Сегодняшняя проповедь называется «Говори этой горе, своей горе». Евангелие от Марка, 11 глава, 13 по 14, Библия говорит так. «И увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовеки». И слышали то ученики его. 19 стих. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию». Он объясняет, как он это сделал. «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». В жизни бывает много препятствий и проблем. Очень много. Если у тебя нет проблем в жизни, возможно, ты уже не в живых, и ты не в курсе. Потому что если ты живой, ты на земле, будут препятствия и проблемы. Если ты встречаешь препятствия и проблемы в жизни, ты задумал что-то делать, и есть препятствия. Не переживай. Так на планете Земли бывает. Бывают проблемы ожидания и неожидания. Не мучайся. Это бывает со всеми людьми на планете Земли. Но решение не всегда в том, чтобы обратиться к Богу в молитве. Наш христианский ум обработан так. Любая проблема – Господь, 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 да? И многие вопросы не решаются, потому что не все должно решаться обращением к Богу. Заметите, я же не умоляю молитву. Но некоторые вопросы решаются не обращением к Богу. Потому что многие люди так думают, что если я помолюсь, попрошу, тогда все решается. Нужно в жизни научиться обращаться не только к Богу, но учиться обращаться к ситуациям, к препятствиям, к проблемам, и с ними поговорить. Удивительно, что все, что на этой земле создано, оно имеет способность слушать, повиноваться и делать то, что ему говорят. Наши проблемы или препятствия в нашей жизни – это та гора, которая в твоей жизни. Когда Иисус говорил о том, что «Говори этой горе», и мысли сразу, что такое моя гора? Гора твоя – это те препятствия, это те проблемы, которые у тебя перед тобою. Это твоя гора. Болезни, например, и немощи. Мы можем обратиться к болезни и с ними говорить. Не надо болезни, мы можем обратиться к Богу. Но если вы смотрите на Иисуса, когда Он ходил по этой земле, Иисус никогда не молился Отцу. «Отец, прошу Тебя, исцели его». Никогда. Иисус мог говорить, «Говорю тебе, протяни твою руку». Да? «Говорю тебе». Или Он молча взял там бремя и мазал, и сказал, «Иди омойся». И человек пошел, но обращаться к Отцу, что «Отец, исцели» – никогда. Иисус обращался или действовал, чтобы убрать болезни. Чаще всего есть момент, когда мы можем просить у Бога, и ничего в этом плохого нету. Но чаще всего надо учиться обратиться к горе болезни. При том, что интересно, в наше время есть еще одна гора, называется долги. Вот, если 100 лет тому назад, никто не думал, что
может появиться такая гора. Называется долги, кредиты. Оказывается, в нашем современном обществе появилась еще одна гора. Кредиты и долги. Вот. И можно к этой горе обратиться. Дело в том, что когда ты обращаешься к горе кредитов и долгов, это не означает, что многие люди делают с целью, чтобы им сказали, ну ладно, больше не дай мне кредит мои, не надо мне долги твои. Нет, а создается все, что надо, чтобы появились деньги, чтобы ты мог эти деньги отдать. Скажите аминь. А бывает горе, как страх и сомнение. Потому что бывает страх, бывает как гора. Некоторые люди, страх в их жизни – это гора огромная. Важно, чтобы мы с вами в жизни научились говорить, обращаться к горе. Скажите со мной «Аминь». Что Иисус там говорил смоковнице? Он обратился к смоковнице. Он не молился Отцу. Он обратился к смоковнице и сказал, обращаясь, он говорил, отныне, смоковница, у меня для тебя есть новости. Какое? Отныне, да не вкусит от смоква тебя вовеки никто. Так, вариант было несколько. Первое, смоковница могла бы остаться жить, но чтобы не было на нем смоквы больше никогда. Вариант номер два, это смоковница умереть. Вариант номер три – смоковница сгореть. Вариантов было много, что могло бы произойти со смоковницей. Высекать смоковницу было просто одним из вариантов. Заметите, что когда Иисус не конкретизировал, каким вариантом смоковница должна перестать производить смоквы, что-то в духе решился самостоятельно, не сгорела смоковница, не стоял там бесплодие много лет, потому что такое и бывает. Потому что мы читаем в Библии, где пришел хозяин, и смоковница не давала ничего, и он решил рубить, и слуга говорит, стоп, дай мне время, я его обгал. Поэтому могло так быть. Но решился, что оно умирает, высыхает. Поэтому, когда ты обращаешься к горе долгов, как решиться, тоже иногда это деньги придут, иногда вас простят, иногда сверхъестественно, иногда это, иногда это. Поэтому иногда оно решается в духе, как-то. И получается, Иисус сказал, смоковница, ты больше от тебя не вкусит никто смоквы от тебя. Ученики это слышали, а этот подход они глубоко не понимали. Мне нравится, что сделал Петр. Другие ученики, они посмотрели, ну, засохло, но не засохло. А Петр не такой, он любопытный. Он говорит, Господи, смотри. Иисус, для него это была не новость. Смоковница, которую ты проклял вчера, высохла. Иисус решил дать им урок, как это произошло. И как они тоже могут делать то же самое. И он говорит в 23 стихе, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись, вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему что не скажет». Заметите, что эта гора, о которой говорится, имеет жизнь в себе. Оно способно подняться и шагать в море. Что мне говорит о том, что горе, о котором Иисус здесь говорит, может также быть горою, где демоны участвуют. Потому что если вы увидите, как Иисус обращается к горе из этого стиха, как он учит, это то же самое, он обращался с демонами. Одинаково. Выйди из него, уйди туда и больше не вернись. Вот заметите, что эти горе живые.
Проблемы твои в жизни живые. Болезни живые. Долги живые. Жизненные сложности – это живые существа. За ними стоят бесовские силы. Поэтому, когда мы имеем дело с ними, не надо их жалеть. Там бес сидят, которые получили поручение от дьявола прийти, разрушить тебя. У них цели другой нет. Проблема пришла с одной целью – тебя разрушить. Сложность пришла с одной целью – тебя разрушить. Вы понимаете? Поэтому заметите, эти проблемы, которые пришли тебя разрушить, они, между прочим, могут, если ты ничего с ними не сделаешь. Марка 4 глава, 37 стих по 39. «И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнилась водою. И он спал на корме, на возглавии, его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нету, что мы погибаем?» И встал он, запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. Когда они пришли к Иисусу жаловаться, проблема решилась или нет? Нет. А так часто мы обращаемся к Богу. Господь, ты видишь мои проблемы? Ты видишь, что я умираю? Это то же самое, что они. Они, будучи евреями, добавили еще. Или тебе нужды нет, что мы погибаем. Понимаете? Господь, я же сюда пришел по твоей просьбе, чего я теперь умираю? Они бы умерли. Кто им сказал переправиться на другую сторону? Иисус. И поднялся шторм. И то, что они жаловались, ничего не поменяло. Оно вообще ничего не поменяло. Заметите, что жаловаться, плакать, просить Господь, ты, угрозы, штормы и волны не реагируют из-за того, что ты жалуешься. Не говори о проблеме, не плачь о проблеме. Найди, что Библия говорит о твоей проблеме. Когда найдешь, что Библия говорит о твоей проблеме, тогда обратись согласно тому, что написано или говорится в Библии. Вот вопрос возникает, пастор Генри, а зачем надо говорить? Недостаточно ли мне просто прийти? Вот многие христиане, они приходят молча. И ничего при этом не делается. Они не понимают, что оказывается важно говорить. Вот притчи, 18 глава, 21 по 22 стих. Библия говорит так. От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Дальше. Смерть и жизнь во власть языка. И любящие его вкусят от плодов его. Жизнь и смерть во власти кого? Языка. Бог не дал рукам, глазам, ушам. Во власть языка. Притом, заметьте, это не зависит от того, ты верующий или неверующий. Не имеет значения. Ты человек, твой язык имеет власть. И наша жизнь – это не что иное, как плод наших разговоров. Смотрите, земля. Библия говорит, вода, она носился над водой. Дух Божий носился над водой. А земля была внутри воды. То есть земля уже была, но покрыта водой со всех сторон. Если она круглая, значит вода вокруг него, внутри. Как ребенок находится в чреве, в воде, так земля была в чреве, в воде. Сила Божия, Дух Божий носился над водой. Присутствие Божие было. Правда же было присутствие Божие? Бог был с его силой, с его могуществом, есть. Но земля
как была потоплена, так и осталась. В какой момент сила Божия, эта, которая была все время, вошла в действие, начинает отделить воды от воды, суши от воды? В какой момент? Когда Бог заговорил. Когда Бог сказал, да, будет, все началось. Была тьма. Знал ли Бог, что такое свет? Да, потому что Он сам есть свет. Бог присутствует? Да. Свет есть? Нет. Что есть? Тьма. Имеется в виду на земле. На небе там был свет. Это же не говорится, что Бог сказал, да будет свет, и вдруг на небе тоже, там, где живет Бог, появился свет. На небе, где живет Бог, все время все было в порядке. Там был свет. Там все было как надо. Но на планете Земле была тьма. И когда тьма ушла, когда Бог сказал, да будет, скажите, да будет. То есть, когда Бог заговорил, тогда все, что Бог хотел, чтобы было, появилось. Или по-другому. Тогда его сила заработала, когда Бог заговорил. Согласно притче, которую мы читали, 18:20, от плода уст, заметьте, от плода чего? Уст. Говорится, от плода уст человек наполняется, чрево его. Это кушать. Произведение уст своих он насыщается. Успех, богатство, процветание – это тоже плод твоих уст. Пастор Генри, если я вижу что-то плохое, не говори. Не говори. Смотрите. Когда Бог увидел тьму, и Он хотел создать свет, что Бог сделал? О, ангели, подойдите сюда, я хочу вам рассказать о проблеме, которую мы имеем на земле. Там тьма, там света нет. Бог обсуждал о плохом или нет? Нет. Какой факт жизни было? На земле была тьма? Да. Это факт? Да. Об этом факте Бог говорил? Нет. О чем, что Бог произносил? Бог произносил то, что Он хотел видеть. То, что Он не хотел видеть, Он помолчал. Про темноте ни слова, про воде ни слова, а про свет – да, которого не было. А мы в нашей жизни, мы тратим больше времени, говоря о фактах, которые есть. Но это не меняет ситуацию. А говорить о том, что мы хотим, меняет ситуацию. Поэтому Бог говорит, ты слабый? Да, не говори, что ты слабый. А что говорит? Скажи, что я силен. А я же не силен, это же обман. Но это сам Бог так нас учил. Пусть бедный скажет, я богат. Но я же не богат. Говори то, что ты хочешь видеть, а не то, что есть. Говорится Евангелие от Иоанна, 5 глава. 7-8 стихе. Мы встречаем человека, который больной. И он говорит, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. 8 стих. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. Так, смотрите, Иисус молился здесь или нет? Нет. Даже Иисус тут не назвал, какая болезнь. Иисус решил, может, там было много болезней сразу. Поэтому он обратился к человеку, встань. Что это означает? Если нога поломанная, исцеляется. Если спина поломанная, тоже. То есть все, что поломанное от слова встань и ходи, все должно исправиться, чтобы он встал и пошел. Заметьте, в этом случае гора была не у Иисуса. В этом случае гора была в другом человеке, который болел. Вывод? Можно обратиться к горе, который в другом человеке, и помочь ему
освободиться от горы, которая в его жизни. Папы и мамы, уберите горе из вашей семьи. Мужья и папы, у вас божественная данная вам власть. Не кричать, обзывать, а выгнать всех гор, которые вселились бесплатно, кушают вас и ваших детей бесплатно. Обидно дать дьяволу бесплатную аренду в вашей квартире. Это обидно. Вы поработали всю неделю, а дьявол пришел, все расстроил через кого-то. Он найдет слабое звено в любой семье, понимаете? И он начнет съедать всю радость, все счастье, все хорошее, что в доме. Съедается. Притом он не заслужил. Поэтому, мужья и папы, у вас есть власть от Бога. Увидеть эту горе. Не человека, а духовная часть. И сказать, во имя Иисуса, уходи из моего дома. И сказать, гора, я здесь, глава, я священник в этом доме. Вот эти твои фейерверки, чудеса, которые там, через детей, через жену, через того. Их не трогай. Когда они придут, дай цветы. А вот гора, во имя Иисуса, гора, в моем доме, говорю тебе, именем Иисуса, вон, уходи. Не разрешаю тебе здесь быть. Никогда во имя Иисуса. Скажи да, аминь. Условие. Марка 11:23. Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Условие. Имейте веру Божию и не усомнится. Потому что, когда ты будешь сомневаться, твоя вера, которая уже есть, перестает работать. Она есть, но как только ты начнешь сомневаться, вера твоя перестает работать. Исходя из того, что мы здесь видим, я хочу с вами посмотреть, что бывает, разрушает нашу веру или заставляет нас сомневаться. Если я вернусь назад к случаю, когда Иисус запретил волны. Вы помните, да? Первое, что произошло с учениками, они увидели волны, они увидели вот эти ветер, и страх пришел. Скажите, страх. Страх всегда заставляет тебя сомневаться. Иисус Навин, 1 глава, 5 стихи. Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Первое, что Бог дает Иисусу Навину, это то, что я называю Божья позиция. Первое, да, Божья позиция. Для того, чтобы наша власть, для того, чтобы мы успешно говорили ситуации, надо сначала знать, какая позиция у Бога. Потому что наше дерзновение работает, исходя из позиции Господа Бога. Где стоит Бог тут? Какое его мнение? Что он обещал по отношению к этому? И когда мы это находим, Божье обещание, Божья позиция, что Бог говорит, с этого мы сталкиваемся. Наша твердость – это по отношению к той позиции, которую выразил Бог. Поэтому Бог говорит, Иисус Навин, слушай, вот моя позиция, ты слышал? Да. Теперь будь твердым и мужественным, чтобы довести до конца. На этой земле никогда не получится осуществить ничего существенного, если мы не будем твердыми и мужественными. Нужно мужество, потому что со всех сторон проблемы,
со всех сторон сложности, со всех сторон все кричит: сдавайся, сдавайся, сдавайся. Нужно включить мужество и твердость. Бог знал, что Иисус Навин встретит великанов на пути. Бог знал, что Он встретит города такие укрепленные. Бог знал, что Он встретит такие воины, которые способны так сражаться. Иисус Навин, Он не должен был впечатлиться ими. Он не имел права впечатлиться от них. Он должен был смотреть: ага, как его зовут, Голиаф, я его убью. Как, ты что, не видишь? А меня не впечатляет он. Как, а нас впечатляет уже 40 дней и 40 ночей. А это вас, а меня нет. Меня он вообще не впечатляет. Я сейчас пойду его убью. Давай покушаем сыр и хлеб после. Хорошо, я сейчас побежал убить. Ты же не вернешься, ты умрешь. Кто тебе сказал? Смотри, какой он. А меня не впечатляет. Заметите, не позволяй эмоциональным реакциям повлиять на твою позицию. Как можно узнать, что на тебе, что дьявол впечатлил тебя, когда эмоциональные реакции твои начинают заставлять тебя менять позицию свою, менять точку веры, менять убежденность твои? Значит, дьявол тебе впечатлил. Заметите, да, мы встречаем много чего, но оно не должно нас впечатлить. Никогда не разреши дьяволу впечатлить тебе настолько, что Божье мнение становится второстепенным. Христианская Церковь Победа приглашает всех желающих на богослужение, которое проходит в воскресенье в 10 и в 14 часов, а также в среду в 19 часов. Ожидаем вас по адресу Киев, улица Малинская, 16, недалеко от станции метро «Академгородок». Пишите нам по адресу 01001, город Киев, абонентский ящик 53. Если вы нуждаетесь в молитвенной поддержке, звоните на линию жизни плюс 380 44 501 69 36.